Не знаешь, что сегодня? Лефи, же вы добро эксплике, он Руся, же вы эксплик. Сегодня мы будем делать челлендж «Не будите спящую собаку». Я сейчас вам объясню по-русски, что это такое, а потом объясню для девочек по-французски. Мы делаем челлендж «Не будите спящую собаку». Il faut pas réveiller le chien qui dort. Vous êtes tous... Faut mettre des os dans ta bouche. Il faut reprendre les os. Troisième fois, il est sorti, de joue. En fait, maintenant, j'explique en russe. Elle a déjà préparé des spaghettis. Spaghetti polonaise. Ah oui, je connais. Ben voilà. J'ai déjà vu au magasin. Вот, сегодня мы будем играть вот в такую вот игру вместе с девочками. И здесь у нас есть очень злая собака. Наш челлендж называется «Не будите спящую собаку», потому что собака очень злая, и кто ее разбудит, тому не поздоровится. Посмотрите, какая она страшная. Это очень страшная собака. Подожди, я же explique русском. Сейчас девочки будут по очереди пробовать утащить косточки у этой собаки. И если собака проснется, тот, кто эту собаку разбудил, он получает одно штрафное очко. И на третьем штрафном очке этот человек выбывает из игры. Мы начинаем с краю. Это я. Он кому спар Жюстин? Алло. Кому Эльдор? А, вуаля, Эльдор Хамса. Нормально. Dans le chien d'or, il faut faire doucement. Attends, Justine, ça va? Alice? Non, другую. Ça va? Ça va. Alors, attention. Mélanie, pourquoi t'as fait le chien se réveiller? И вот Мелани разбудила собаку. Подождите. Ага. Так. Мелани, ты получаешь штрафную спагетти на руку. Мелани, варсова. Спагетти. Вот такие спагетти. И мы завяжем тебе на руку, чтобы... Это будет значить, что один раз ты уже нам разбудила собаку. Вуаля. А спагетти? Еще Мелани. Он валя метр дармира нового. Так. Сова. Сова. Алис. Ага. Мелани. Сова. Я так. Подожди, Алис, подожди. Алис. Мелани получает вторую спагетти. Bon, on verra, tu sais, on ne sait jamais. Hein. Я помню, что он уже трогал. Так, сейчас Эмалин, да, была? А, Эмалин. Давайте. Двигайте аккуратно, чтобы ее нет. Досмольфу. Опа! Жюстин! Кушай! Нет, Алис. Или вы контролируете сур мой твой? Давай-ка. Нажимай. Не, одну, все, одну. Все. Угу.
À Justine. Justine. Alice. Alice. À moi. Non, ça va être à moi. À Emmanuel. Oh là là. Il n'y a qu'Alice, il n'en a pas eu. Je crois que c'est Alice qui va gagner. Spaghetti de la Emmeline. Потом, подожди, давай. Attends, il faut la... Давай, je... Опа! Давай, пойди, пойди. Эмилина и Justine уже по две спагетти. Le premier qui en aura trois, alors. Là, c'est égalité entre eux. Le premier qui en aura trois, il sort. Et après, on a... C'est la fille, hein? Méchant toutou. Alice. 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 Ben, enfin, c'est personne qui va gagner. Ben voilà. Mais si, il y a peut-être. Alice. Si Alice elle, elle, elle perd plus, ben elle aura 15 points. Moi c'est ma préférée aussi. Si on mange de pas mignonne, ça on a les mêmes couleurs. Ça sent bon. Non, on ne mange pas là maintenant. Là, on a... Voilà, Michel. Oh. À Mélanie. Mélanie. Oh. Ali. Uh-huh. Mélanie. Oh. Je crois que maintenant ce sera Alice qui va gagner. Si c'est Alice qui va perdre, on sera tous à égalité en même temps. Maman, moi je n'ai amené une spaghetti. Bon, attends, non. Ah, c'est bon. Ah, ça va, j'ai eu de la chance. Non, Alice. Elle a joué à moi. Moi, ça va. Bah, tiens, Mélanie. Non, Mélanie, tu peux, c'est pas grave. А Justine. Алис. Алис. Которые торчат. И вот. И зачем кусаешь? Шокин. А вода. Мы тут сегодня. И на прошлый раз вас сортили. Я крозал. Мама! Багетти. Алис. Эмрана, это не приятно. C'est un... Voilà. Так, это... C'est un monster. Voilà. Мелани. Амелани. Опа! Justine. Justine. C'est une surprise, celui qui va remporter quelque chose. Так, Justine получила 3 спагетти. Покажи, Justine. 2 спагетти или партисиплю. Так, Алис, теперь ты. Алис, Алис. Oh, ah, c'est ça, Emmeline et moi, c'est les deux sœurs. C'est les deux sœurs. Voilà. Et теперь, quand la femme останется последней, кто maintenant, c'est entre toi et Emmeline. Bonne chance, les filles. Tiens, Alice, t'as больше не можешь. Потому что ты 3 раза разбудила собаку. Так, ну что, 2 кошечки. Опа! Вуаля! Мелани! Эмалина, elle va remporter. И maintenant, c'était Эмалина qui a gagné. Вуаля! Ну что, в челлендже у нас победила Эмалина. И сейчас мы раздаем призы нашим участникам. Та-дам! Ça, c'est... Merci. Pour toi, moi, tu peux bien sûr partager entre les filles. И maintenant, я encore petit cadeau pour Эмалина aussi. Та-дам! И Саса aussi pour notre gagnant. Вот такие призы получила наша победительница. Вот, а остальные получают утешительный приз и могут есть свои спагетти. Et sûrement du coca. Voilà, il dort. Ça sent trop bon. Да, это пахнет кока-колой и чем-то еще. Вот такие вот конфетки здесь. Для мамы. Для
всех девочек. А du sucre à l'intérieur. А, интерьер, да. И внутри у них вот такой вот порошок. Это асид кислый? Асид. Очень кислый. Алис, мям-мям. Сейчас, подожди. Алис, у тебя спагетти вон на мостике. Мям-мям. Вот это вот такая вот пицца, которую получила у нас. Мама, мама. Покажите маленький гамбургер кто-нибудь. Давай я покажу маленький гамбургер. И вот такой вот маленький гамбургер. Вот такой вот маленький гамбургер получили все участники. Не бойся, нажимай. Алис. О! Алло, сама мокивайся. Так. Алис? Так. Спит? 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 Ну что же она все время спит? А! Мама, ты perdu! Ну ладно, вот. Если вам понравился наш челлендж, ставьте лайк, всем пока. Подписывайтесь на канал. Абонируйтесь. Всем пока. Au revoir, les filles. Au revoir. Passez un peu la coupe, deux secondes. Et la gagnante, Emeline. Je vais montrer à mon papa. Je vais nous faire goûter là. Ouf, c'est ici, Mélanie. Je vais faire la pizza.